Новая формула расчета пенсий вступает в силу с 1 января будущего года. В системе обязательного пенсионного страхования вводятся два вида пенсий – страховая и страховая накопительная. В первом случае деньги аккумулируются на вашем индивидуальном счете в пенсионном фонде в виде пенсионных прав и выплачиваются нынешним пенсионерам. Во втором часть страховых взносов идет на формирование пенсионных накоплений, которые передаются из пенсионного фонда в соответствии с вашим выбором в негосударственные пенсионные фонды. Какой будет ваша будущая пенсия, придется определиться в течение будущего года. Стоит добавить, что нынешние изменения касаются в основном граждан, которым только предстоит выход на пенсию. Это никоим образом не скажется на пенсионерах, которые уже получают выплаты. Появляются совершенно новые понятия, которые в ранее действовавшем пенсионном законодательстве не применялись. Вводятся такие понятия, как пенсионный балл, пенсионный коэффициент, далее бонусы за поздний выход на заслуженный отдых и как таковой стоимость одного пенсионного коэффициента в год при назначении пенсии. Люди ежегодно будут накапливать пенсионные баллы или, по-другому, индивидуальные пенсионные коэффициенты от 1 до 10 в год в зависимости от зарплаты. При этом максимально установленная законом сумма 624 тысячи рублей за 12 месяцев. Каждый балл стоит определенную сумму, сейчас это 64 рубля. Размер пенсии по новой формуле будет вычисляться так. Общее количество ваших пенсионных баллов умножить на стоимость 1 плюс фиксированная базовая сумма выплат. Это сегодня 5 865 рублей. И плюс накопительная часть, если она у вас будет. Минимальный стаж для претендования на страховую пенсию с 2024 года составит 15 лет. В начале каждого года федеральным законом или постановлением правительства будет утверждаться стоимость этого пенсионного коэффициента. И, соответственно, человек, уходя на пенсию, сможет легко посчитать, какой размер пенсии его ожидает на заслуженном отдыхе.